В селе Кердым Хангаласского улуса торжественно открыли новую автомобильную дорогу. Более 3 километров ровного асфальта бесспорно порадуют автомобилистов. Тему продолжит Виолетта Засимова. Асфальтированная дорога протяженностью 3 километра 100 метров начинается от федеральной трассы Лена вглубь села Кердым и пролегает через весь населенный пункт. Реконструкции подверглась старая проселочная дорога. Это стало возможным благодаря реализации федеральной целевой программы. В нашей республике федеральная целевая программа – это строительство подъездных автомобильных дорог сельских населенных пунктов. Она уже реализуется с 2011 года. Уже с 2011 года вот этот объект, подъездная реконструкция подъездной дороги к селу Кердым – это уже 15-й по счету объект. Из федерального бюджета, из республики, из Хангаласского района софинансирование было вложено 54 миллиона. Дорога сделана очень качественно, работали стройконтроль. И наши подрядчики – это АО «Дороги Хангалас». Это радостное событие жители села Кердым ждали 2 года. Асфальту особенно радуются детишки. Цветными мелками они нарисовали свои мечты, связанные с новой дорогой. Мы рисовали с братом мечту свою, рисовали, как будут на ней машины ездить, самокаты, велосипеды, на роликах. Ну, будут все кататься, дорога будет хорошей. Согласно планам Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, до конца года в Якутии процедуры реконструкции должны пройти еще 8 подъездных автодорог. Совсем скоро в Хангаласском улусе в той же праздничной обстановке откроют дорогу на пути в село Ой Немигунского наслега. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский улус.